Да, да. Всем спасибо, всем спасибо. Спасибо всем, всем. Всем спасибо, всем спасибо. Да, и вам спасибо. Всем спасибо. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И кто не знает, в предыдущей серии снайперов у нас были выборы президента по Майнкрафту. Я хочу сказать огромное спасибо вам за то, что вы проголосовали именно за меня. И с сегодняшнего дня я являюсь официальным президентом Майнкрафта. Спасибо. Всем спасибо. Как я уже говорил, Майнкрафт со мной будет процветать и дальше. Поэтому с сегодняшнего дня я обещаю то, что в следующей серии снайпера у нас будут новые нычки на карте, новые шуточки, новое оружие, еще больше и больше веселухи. Но все также зависит только от вашей поддержки. Если мы наберем много лайков на вот этой серии, то я обещаю, то, что новая серия будет намного смешнее и веселее. Я знаю, тебе лень поставить лайк, все заходят на ролик, все смотрят, такие, я, наверное, не поставлю лайк, от меня ничего не зависит, зачем мне ставить? А нет, вот ты не хотел поставить лайк, ты вообще никогда не ставишь лайки, а вот сейчас поставь, потому что именно твой лайк сейчас решит всю судьбу Майнкрафта и все его процветание в будущем. Именно со мной, именно с вами, именно с нами Майнкрафт не загниет. Поэтому если мы наберем дохренище, извиняюсь за такое выражение, но дохренище лайков на вот этой серии, то я буду намного лучшим президентом, чем все остальные, кто были до меня. Президент, подписчики, спасибо вам большое за то, что доверились мне. В путь, товарищи! В путь! Короче, пацаны, не смеяться. Не смеяться. Чё вы ржёте, идиоты? Просто, понимаете, мы не идиоты. Он просто вырезал смешно, я вставил как бы ржёт. Просто, я всё построено. Короче, что я хотел сказать. Это всё, это последняя серия вот этих снайперов. Знаете почему? Потому что в следующей серии будет новая карта. Точнее, вот это только перестроенная. Если мы, конечно, лайки наберем, если наберем, то снайпер вообще не будет, понимаете? Не, ну если лайки наберутся, то все будет, как бы. Тут это зависит от подписчиков. Короче, лайки наберутся, все, тихо будет. Лайки наберутся, будет новая серия, будет новая карта, все, обещаю. Ладно, хорошо. Ловим на слове. Знаешь, как говорится, слово не соловей. Это знаешь, как это? Я в детстве был маленьким, что-то из этого. Слово не соловей. Аутист. Да не могу играть, у меня глаза следят. Пацаны, да давайте играть, пожалуйста. Мы играем. Я вижу, как мы играем. Это точно, понимаешь? Я вижу, как мы играем. Да, точно. Я тоже точно играю. Все мы точно играем. Это не точно. Так мы точно играем или не точно? Сопчик! Ну я же тоже пальнул! Разобрался, что происходит? Я же тоже сделал пау-пау! Пау-пау, не было пау-пау, я не слышал и не видел! И горю не! Давай, Эдисон, бей его. А, то есть ты уже за меня, да, в этой серии? Нет, я тебя обманул. А, ты меня обманываешь, понятно. Предатель. Ты знаешь, что делать. Шо? Ни хрена он не знает. Пик сердечко! Ага! Где это говно снизу находится? Пол сердечка осталось по центре! Где он спрятался? А можно сказать, что ты же... Нет! Нет, ничего нельзя сказать. Он же тебя будет просто искать снизу. Да мне без разницы. Как бы это нет, снайпера тут обманывать можно. Я не понимаю, куда он упал. Куда ты да упал, 100%. Ты понимаешь, что ты вот этим, ты все это игра запутал, и ты... Это победная тактика. Да, конечно. Он сейчас будет искать, куда ты упал, а ты его пока убьешь. Если бы я знал, где он, тогда бы убил бы. Так, Игорь, давай. Иди ко мне, давай. Я знаю, что за стрельба. Что за стрельба? Кто это был? Эх, жалко Игоря. Это твоя стрельба была, она как будто рядом была. Жалко Игоря. Ты уже труп, ты понимаешь? Ты просто этого еще не понимаешь. Что происходит? Вы мне можете объяснить, пожалуйста? Игорь, мы сами не знаем, честно.
блин. Что за дичь? Я не понимаю, я вроде спрятанный. Как по мне вообще можно попасть? Я за досточками стою. Так подожди, а может я просто воздух стреляю, чтобы вот ты забомбил, так и спалился. И начал бегать. Откуда ты знаешь? Игорь, не слушай его, не слушай, он тебя пытается запутать. Ну, пока, да. Игорь, пока! У меня листва просвечивается, Эдисон. Я как бы даже не сомневался, я даже не сомневался. Да спутник. Ничего, Игорь, ничего. Сейчас я тебя накажу я тебя сейчас. Игорь просто доктор зло. Хорошо, Игорь, хорошо. Я тебе еще это припомню. Доктор зло. Хорошо. Доктор зло. Все, это мне нравится. Да чё? Что такое? Да чё, Игорь? Да откуда, мать твою? Чё ты, Игорь, сегодня прям? Нифига себе. Игорь, ты шо? На месте не базару бы. Вот это... Вот это прикол, конечно. Так, Жека у нас где же? Так, они, блин, Эдис, меня смущает, когда эти звуки происходят. Это ты или это Игорь? Я не могу это понять. Это Игорь! Опа, Игорь, ты куда? Да что ты палишь? А куда он? Я б сказал! Куда он? Но за информацию надо платить! Деньги! Ау, нет! Откуда? Хорошо. Это было легко. Не, так мне не нравится. 1-1-0. Это что такое? Это как так вообще? Это как так? Я не понимаю. Ну это, в принципе, неудивительно. А что ты не понимаешь? Что происходит? Что вы прячете свое месторасположение? Вы можете вылазить? Да я тоже вылезу. А, ну понятно, кто сейчас. Кто-то с ума сошел. Не, на самом деле я не спалил, я просто делаю интригу, понимаете? Я серьезно не понимаю. А, я думал, ты сейчас скажешь, что я делаю интервью. Сказал интригу. Делаю интервью. Сколько патронов ты тратишь? Сколько? 4 за прошлый раунд. Хорошо. Я вырежу это. Ибо нефиг. Я тебя видел. Такую жесть творю просто. Я такое творю, господи. Да где я все прочекал, ёханый бабай? Я уже куда только можно посмотрел. Вы вообще вылазите? Да. Мне кажется, сейчас добегаюсь. Мне вообще интересно, кто стреляет и по кому стреляют. Вот я бегаю! Говорю, я не стрелял 100%, кто тогда стрелял? Очевидно, стреляют по мне, потому что я бегаю туда-сюда. А можете хотя бы сказать, кто по кому стрелял, чтоб я не так переживал? Ну, наконец-то! Это я по Жеке стрелял, если чё. Молодец. Хорош, дай 5, Эдисон, давай 5. Я же был. Я видел Игоря в начале серии где-то 2 или 3 раза, но потом как-то его потерял. Сейчас ты его увидишь, не переживай. Охренеть, где да он? Ты меня больше никогда не увидишь, я просто в инвизе, просто смирись. Но мне кажется, что это... Не, мне кажется, серия реально затянется минут на 30, если, типа... Так... Ладно, хорошо, я дезонтировался, я катапульщик, понимаешь? Да. А где он я был? Я спрыгнул с этого, с крана, в воду. Я тут уже минут 20 нахожусь, спасибо. Где? Снизу. Ну да. Так, правду говорю. Ну хорошо, не верь. Просто вылези куда-нибудь. Ну да, конечно. Тут, мне кажется, все-таки хана будет Игорю. Я грибочек. Мы не сомневались. Дебилойчик. Не, ну понятно, это, конечно, все весело. То есть, мое месторасположение мы спалили. А я да блин, спалили! В смысле спалили? Ты спрыгнул вниз, так нельзя! Кто сказал?
Специально нельзя, если ты случайно падаешь. Я случайно. О, случайно, специально, да. Блин, ты сам говорил, снайперов можно обманывать. Вот я и спрыгнул. Один, один, один. Это жестко. Это жестко, да. Дебил, ты шо орёшь так? Давай, может. Видел, какие у меня мансы? Да это не мансы, это опять с одного удара ты меня убил с ножиком. Кто, где, когда, как? Прямо в сердце, прямо в сердце, прикинь. Прямо в сердце убил? Не было ясно, не было выяснено, понятно? Не было ясно. Вот так вот подошел ко мне и в сердце в нож. Прям в сердце? А где? Местоположение, местоположение. Местоположение на карте в Майнкрафте. Ой-о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 й
спалил. Все нормально, не переживай, не переживай. Ой-ой-ой-ой-ой. Тот меня спалил, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто будет орать, тот как Андюля. Понимаете? Ах ты, говно! Почему я? Что же выстрелил? А, да, кто? А, кто? Ты выстрелил? Ой-ой-ой-ой-ой, чё-то я не услышал и не увидел. Выстрелил он. Или вин, или 2-2-1. У нас ещё 2-1-1 сейчас. 3-2-2 я бы сказал. Да, 3-2-2. А вы не молчите. Кто тфунял или мне показалось? Кто не фунял? Ох, ты ж говно! Ку-ку такой! Как ты узнал, что меня там? В смысле, я выхожу, а ты смотришь вниз? Я спускался, по лестнице! Ну, ты спускал! Нет, ты стоял на одном месте и просто смотрел вниз. Я собирался спускаться по лестнице. Ты собирался, но ты стоял. Собираться и спускаться — две разные вещи. Встречаемся с тобой, короче, у вертолета. Хорошо. Ты меня там встречай, а тебя потом встречу. Приходи. Я жду уже, Дим. Уже жду, уже там. Нет, тебя нет там. И тебя там нет. У меня, я как-таки там есть. Я тоже смотрю, тебя там тоже нет. Так, кому... давай я тебе просто припишу 30 сердечек. Ты кому врёшь? Три шанса. Три шанса, давай. Врунишка. Ничего подобного. Чё подобного? Да! Я! Ты Рида! Ну стоп, это ничья? Ну, тебя дочку, мне дочку. Считается, нужно записать мне победу, потому что я один выделился. Ну ладно. 3-2-1, пацаны, 3-2-1. Кто победит? Я. Спасибо за корону, спасибо. Короче, как тебе сказал, если будет много лайков, будет новая серия и будет новая карта с новыми нычками. А то мы уже вот эти все изучили, да? Да. Да. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайкусь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Также в сегодняшней серии бабульки я играл очень-очень странную роль. Если вам интересно, кого же я там играл, то посмотрите. Будет точно интересно. Ха-ха-ха!